Всем добрый день. Надеюсь, уже кто-то ко мне подключился. Мы решили записать для вас прямой эфир из клуба Gold Fitness для того, чтобы поддерживать боевой дух на карантине. Думаю, кто-то со мной из клиентов уже знаком, кто-то со мной познакомится сейчас. Меня зовут Татьяна, и я проведу вам урок пилатеса. Для пилатеса вам понадобится свободное пространство, если вы сейчас находитесь дома. Это ковер внизу, либо любая другая нескользящая, более-менее мягкая поверхность для ваших колен и локтей. Ну что, будем начинать. Приготовьтесь и встаньте в исходную позицию. Стопы и колени на ширине тазовых костей. Раскройте пальцы стоп и прижмите к полу полную стопу. Носок и пятка прижаты к полу плотно. Вес тела между двух стоп по центру. Расслабьте колени и направьте тонус в мышцы бедра. Напряжены бедра, икроножные мышцы, ягодицы. Сейчас внимательно слушаем исходную постановку вашего тела. Внимание! Подкручиваем тазовые кости и наверх, и подтягиваем мышцы живота глубоко внутрь. Старайтесь сделать ваш живот плоским и сильным. Линию талии удлиняем с двух сторон, симметрично. Нижние ребра направлены на тазовые кости, при этом поясница имеет прямую линию в себе, не прогибается. Далее со вдохом раскройте грудную клетку и опустите плечи к полу. Постарайтесь не прогибать поясницы здесь и развернуть плечи назад. Направьте подбородок вниз, в сторону груди, а макушкой потянитесь высоко наверх, в потолок. Дышите глубоко. Вдох через нос. Выдох через рот. Расслабьте руки. Опустите их свободными вдоль корпуса. И не теряйте исходной позиции колен, тазобедренного сустава, поясницы, лопаток и плеча. Настройтесь на положительную энергию. Настройтесь на продуктивное занятие. Не отпускайте напряжение из пресса и мышц ягодиц. Сейчас настройтесь на полное дыхание. Вдох через нос, полной грудной клеткой, грудь расширяется на вдохе. И выдох через рот, как будто надуваем шарик, старайтесь выпустить весь воздух. Еще раз. Будьте внимательны, если ваши глаза были прикрыты, сейчас открываем их и на вдохе приподнимаем ладони через стороны вверх. Тянемся за руками следом, выдох, выпускаем воздух и спускаем ладони к полу. Старайтесь наполнять легкие воздухом, удлинять мышцы спины и за кончиками пальцев. Все как на наших офлайн-занятиях, вспоминаем. Я думаю, вы уже тоже по мне скучаете, как и я по вам. Еще пара повторов. Будьте внимательны. За следующим повторением оставляем ладони наверху. Объединяем руки в замок, разворачиваем замок к потолку, опускаем плечи, разомнем верхний плечевой пояс. Вдох, раскрывая плечо назад, прогибаем грудной отдел, но не прогибаем поясницы. Выдох, округляемся вперед, отводя лопатки друг от друга. И снова вдох, раскрываемся. Продолжайте. Еще пара. В последний раз оставьте ладони наверху. Опустите руки к полу, раскройте грудь, поработаем шеей. Мягкий наклон вправо и влево. Если меня не слышно, дайте знать. Я буду говорить громче. Хорошо, еще пара повторов. Оставьте шею в наклоне и мягко через грудь, подбородком перекатитесь к соседнему плечу. Поменяйте сторону. Работайте со своим темпом. Размеренно, мягко, старайтесь не торопиться. Полностью расслабьте плечи и руки. Будьте внимательны. В следующий раз пробуем провернуть полный круг. Голова уходит за спину и возвращается уже в обратном направлении. Несколько повторений также.
Помните о том, что сейчас мы сохраняем комфортное положение туловища и шеи. Резкой боли быть не должно. При возникновении болезненного синдрома старайтесь остаться чуть выше, либо чуть ниже этой точки, и продолжить движение в обратную сторону. Вернитесь подбородком к центру груди. Вдох, вырастаем макушкой вверх, плечи опущены, ладони перед собой. Раскрываем грудь на вдохе, приводим лопатку к лопатке и тянем грудную клетку в потолок. С выдохом округляемся, отводя лопатки друг от друга. Продолжайте работу. Еще несколько повторов. Старайтесь работать четко со своим дыханием. Вы можете работать не в темпе со мной, в своем собственном режиме, со своим собственным организмом работая. Можно быстрее, можно медленнее. В последний раз. На выдохе оставляем округленную спину и, начиная с нижней части лопаток, вырастаем позвонок за позвонком наверх. Опускаем плечи, расслабляем руки вдоль корпуса. Проверьте, колени мягкие, вес на двух стопах. Скручиваем подбородок к груди, позвонок за позвонком, мягко стекаем к полу. Здесь мы стараемся вытянуть мышцы спины. Позвонок от позвонка максимально удлиняемся. В крайней точке внизу, в последнюю очередь, округлился копчик, и мы постарались дотянуться руками до пола. Вы можете остаться руками на весу, но мы стремимся с каждым повтором опускаться глубже. Глубокий вдох и на выдохе, начиная с копчика, позвонок за позвонком, мягко раскручиваемся в обратном направлении, следом за макушкой вырастаем наверх. Продолжайте мягко опускаться и подниматься. Проговорим порядок движения. Опускаться мы начинаем с макушки. Далее следом идет шея, все грудные позвонки, все поясничные, крестец и в крайней точке копчик. Поднимаемся в обратном порядке, раскручиваем копчик, крестец, поясницу, грудь, шею и макушку. В следующий раз попрошу вас остаться внизу, зафиксироваться округлой спиной у пола. Здесь остаемся с расслабленной поясницей, вытянутой шеей, чуть согнутыми коленями. Объедините ладони локтевым захватом и локтями тянитесь к полу, думаю, вам видно. Старайтесь не пружинить, локти опущены глубоко вниз, под весом рук и шеи стараемся еще больше вытянуть спину. Далее добавляем мягкие развороты вправо и влево. Локтями чуть в сторону. Траектория движения не совсем в горизонтали. Она находится в диагонали. Мы работаем вниз и в сторону. Каждый раз глубже вниз и в сторону. Еще пара. Не забывайте дышать. Хорошо. Выполняем последний повтор. Вернувшись к центру, опускаем ладони к полу и на выдохе, начиная с копчика, вырастаем наверх, снова выпрямляем позвоночный стержень. Собираем лопатки, опускаем плечи. Вернулись? Хорошо. Здесь будьте внимательны. Поработаем со скручиваниями. Ладони поднимаем вверх, делаем вдох. Тянемся еще шире за руками к потолку. Опускаем плечи к полу, удлинена шея и поясница. Раскрываем ладони по сторонам. Сейчас работаем небольшой ротацией. На выдохе, оставляя таз по центру, скручиваемся вправо, направляя взгляд в сторону правого края. Таз остался неподвижным. Вот это движение неверно. Если перед вами зеркало, будет здорово, если вы себя видите. Колени направляем вперед. Вдох, возвращаемся к центру и на выдохе движемся в соседнюю сторону. Обратите внимание, продолжайте работу, я немного объясню. Скручиваемся мы в линии талии и производим разворот верхом корпуса. Нижняя часть, все, что ниже талии, к пяткам остается неподвижным.
Лопатки сведены. Между ладонями расстояние 180 градусов. Прямой луч. Еще несколько повторений. Если вы устали, вы можете передохнуть, сделать глоток воды, написать нам пару комментариев, мы будем рады вас слышать. Последний раз. Вернитесь к центру. Опустите ладони к полу, расслабьте руки, круг плечом назад. Здесь новый вдох, лопатки собраны, стопы шире плеча. Направьте носки вперед и полностью выпрямите колени. Вытягиваем спину еще шире. Выдох, наклон вправо, удлиняем левый бок. Вдох, вырастаем. На выдохе меняем сторону. Важно подготовить позвоночный столб во всех плоскостях. Еще несколько повторений на развороты в сторону. Хорошо. Обращайте внимание, мы работаем с собственным организмом. По мере возможности стараемся опускаться глубже, но если это причиняет резкую боль, мы не работаем с болью, мы работаем в комфорте. Остаемся на уровень выше. Еще два. В следующий раз зафиксируйте себя в наклоне и останьтесь. Нижней рукой прикройте таз. Рука, что сверху, уходит чуть в сторону и назад. Растягиваем внешний блок. Вдох, вернулись к центру, на выдохе поменяли сторону. Дышим глубоко, ровно. Со вдохом вернулись. Здесь ладони к тазу, присобрали стопы. Пятки под тазовые косточки. Чуть сгибаем колени и раскрываем пальцы стоп. Вспоминаем, грудь открыта. Вес смещаем на левую стопу и приподнимаем правую невысоко от пола. Обратите внимание, если вы начинаете терять равновесие, не пугайтесь. Встаньте на ровную жесткую поверхность, на жесткий пол и работайте с нее. Если не выходит даже с ровного пола, вы можете оставить носок соседней стопы на полу. Согните опорную ногу в колени, раскройте грудь. Вдох, приподнимите ладони кверху и потянитесь за руками следом. С выдохом опустите ладони и стопу вниз. Чередуем стороны, выдох вверх. Сделали паузу, вдох. Выдох вниз, сделали паузу, вдох. Обратите внимание на тазобедренный сустав. Подвздошные кости не должны раскачиваться вправо или влево. Мы проводим горизонтальную линию в параллели с полом между правой и левой подвздошной костью. И не двигаем таз, не раскачиваем. Продолжайте. В следующий раз оставьте бедро наверху, зафиксируйте себя в равновесии. Здесь чуть согните опорную ногу в колени. На выдохе уводим корпус в наклон вперед. Отводим стопу назад и стараемся вытянуться в параллель с полом. Работа тазобедренным суставом и ягодицей. Вдох, с выдохом возвращаемся наверх. Вдох, на выдохе опускаем ладони и стопу. Поменяйте сторону. Выдох, пауза, вдох. Вперед, выдох, пауза, вдох. Наверх. Не торопитесь, ловите равновесие, меняя сторону каждый повтор. Покажу простой вариант. Вы можете не отрывать стопы от пола, уходя в наклон, отставить стопу в диагональ назад и не уходить в горизонталь с полом, а работать в диагональ. Продолжайте работу в любом из вариантов. Напоминаю, опорная нога всегда чуть согнута. Работаем мягче. Еще два. Надеюсь, вам не мешают домашние животные, дети, и у вас есть час побыть наедине с собой. В следующий раз зафиксируйтесь в наклоне, останьтесь на несколько дыханий. Здесь. Если вы хорошо чувствуете равновесие, попробуйте увести руки назад. Лопатки и плечи также вывели назад. Вытянули шею.
Вдох. На выдохе увели ладони вперед. Вдох. С выдохом приподнялись. Вдох. И на выдохе опустились. Продолжаем работу с балансом также. Любой из вариантов, либо простой, либо усложненный, с отведением рук назад. Это позволяет нам добавить некую нестабильность корпусу, включить еще больше мышцы стабилизатора, почувствовать тепло мышц, сушечных тканях, разогреть суставы. Хорошо. Напоминаю, каждый выбирает для себя собственный вариант работы. Мы постепенно движемся от простого к сложному. Поскольку вы сейчас находитесь отдельно друг от друга, это сделать проще. Бывает такое, что в группе у всех присутствует инстинкт группы, и мы работаем, стараемся уследить за самыми сильными участниками, угнаться за ними, хотя это не всегда для нас полезно. Сейчас работаете со своим организмом. Хорошо. Будьте внимательны. В последний раз задержимся внизу еще. Здесь либо ладони вытянуты вперед, либо руки стремятся назад. Оставляем лопатки сведенными. В этом положении, чуть сгибая опорное колено, разводим руки по сторонам. Стараемся вытянуть руки в локтях выше спины. Дышим. Три. Два. Вдох. С выдохом возвращаем ладони в исходную позицию. Приподнимаемся вверх. Опускаем ладони и стопу. Поменяем сторону. Финальный повтор. Думаю, вы уже хорошо разогрелись. Здесь также задержимся. Вытянули шею, спину в параллель с полом. Развели руки по сторонам. Собрали лопатки. Дышим. На выдохе отсюда вернулись в исходную линию, приподнялись кверху, опустили ладони и стопу. Встряхните ноги, снимите нагрузку с рук. Хорошо. Развернитесь, пожалуйста, ко мне боком и лицом в сторону края коврика. Если он у вас есть, нам понадобится пространство перед вами. Стопы и колени на ширине таза. Снова подкрутили копчик, напрягли пресс, раскрыли грудь. На выдохе спустили подбородок к груди. И так же, как в начале, мягко позвонок за позвонком начали скручиваться к полу. Мы хорошо разогрелись, подготовили стабилизаторы. В крайней точке внизу попробовали дотянуться руками до пола. Можно пальцами, можно ладонями. Если не выходит коснуться пола, согните колени чуть больше. Важно прикоснуться. Сделайте 4 шага ладонями вперед. Пятки отрываются от ковра. Вес тела между ладонями и носками. Ладони на ширине плеча впереди. Стопы на ширине таза позади вас. Колени чуть согнуты. Ребра и живот направляем к бедрам и опускаем лоб глубоко к полу. Вырастаем в ровную горку. От макушки к копчику прямой луч. На выдохе правую пятку тянем в пол, разгибая правое колено, но не смещаем правого носка. Вдох, сгибаем правое колено, разгибаем левое. Продолжайте работу, переступая, как будто бы перекатываясь с одной стопы на другую. Чувствуя натяжение в икроножных мышцах и по задней цепочке бедра. Старайтесь всегда проворачивать седалищные бугры к потолку. Если ваши руки скользят, попробуйте подложить нескользящую поверхность под ладони, чтобы вы могли максимально четко зафиксироваться в натяжении. Здесь, на выдохе, попробуйте опустить к полу две пятки. Вы можете остаться на весу с чуть согнутым коленом, либо полностью выпрямить колени. Важно, чтобы эта позиция была для вас на сегодняшний момент крайней. Соберите лопатки, вытянитесь в пояснице. Две ровных линии от макушки к копчику, от копчика к пяткам. Дышим. На выдохе вес тела подаем в ладони. Опускаем колени к полу. Уводим носки назад вдоль ковра и уходим в вытяжение.
ягодицами к пяткам, опускаем лоб к полу. Останьтесь здесь на несколько дыханий и расслабьтесь. Готовимся к следующим позициям на полу. Со следующим выдохом вырастаем на 4 точки. Ладони и колени. Здесь мы поработаем с мышцами спины, плечевым поясом и мышцами бедер. Опустите колени точно под подвздошные тазовые кости. Постарайтесь напрячь мышцы живота и подтянуть пупок глубоко внутрь. Не прогибайте и не округляйте поясницу. Позиция тейбл-топ. Корпус параллельно полу. Ладони точно под плечами. Локти направлены назад, выключены, выпрямлены. Лопатки собраны, плечи оттянуты от ушей. Здесь макушка стремится вперед, копчик стремится назад, дышим полной грудью. На выдохе вес тела подаем правой ладони и открываем от пола левую руку. Рука ушла в область выше левого уха. Корпус параллельно полу. Ладонь ниже уха не опускать. Вдох. С выдохом опускаем левую руку, меняем сторону правая. Работаем максимально сконцентрированно. Будет хорошо, если сейчас вы положите меня на пол и будете смотреть на точку между ваших рук. Важно, чтобы шея была вытянута сзади. Будьте внимательны. Следующий раз, поднимая левую руку, оставьте ее на весу. Левая рука на весу. Вес тела смещаем левой голени и отрываем от пола правое колено. Вытягиваем правый носок назад, сжимая правую ягодицу. Обратите внимание, прогиба здесь быть не должно. Нога, ладонь, корпус в ровной линии параллельно полу. Выдох. Опускаем колено с ладонью вниз. Пауза. Вдох. Выдох. Меняем сторону. Правая рука. Левое бедро. Работаем чередуя стороны. Темп медленный. С паузами. Так еще сильнее вы почувствуете рабочие группы мышц. Напоминаю, дыхание следующий. Выдох вверх. Со вдохом задержались. Пауза. Выдох к низу, со вдохом отдохнули. Пауза. Вспоминайте, мы ставим ладонь и колено под исходные точки, под плечо и под подвздошную кость. В следующий раз задержитесь наверху, любая сторона. Выдох. Приведите колено к локтю, локоть к колену и старайтесь не менять исходной позиции корпуса. Мы не округляемся, мы не прогибаемся. Держим ровный луч. Вытянулись и опустили ладонь колена вниз. Меняем сторону. Дыхание следующее. Раскрылись. Выдох. Объединили. Вдох. Раскрылись. Выдох. Опустили. Вдох. Со мной. Старайтесь работать максимально четко. Сейчас важно не темп, не количество повторений, а качество выполнения этого упражнения. Мы подключаем мышцы пресса, мышцы рук, заднюю поверхность бедра, ягодицу и спину. Стабилизируем корпус параллельно полу. Еще пара движений со сменой сторон. Концентрируйтесь взглядом на одной точке, на полу перед собой. В следующий раз поработаем только одной стороной. Внимание! Открываем правую стопу, левую ладошку, тянемся в диагональ. С этой стороны мы начинали. На выдохе приводим локоть к колену. Со вдохом раскрываемся. И снова. Выдох. И снова. Вдох. Работайте максимально сконцентрированно. Еще несколько повторений. Опорная ягодица напряжена, держит вас в ровном положении. Еще два. Последний раз. Молодцы. Опустили ладонь и колено. Жалко, что я вас не вижу, но зная вас, вы выполняете все по моим рекомендациям.
Далее приподняли правую ладонь и левое бедро, подтянули пресс. Работая аналогично. Выдох и раскрылись. Вдох. Еще. Старайтесь работать, не нарушая цепи позвоночного столба. От макушки до копчика. Прямая линия. Еще три. Как дела? Два. Последний раз. Опустили ладони и бедро вниз. Поменяем сторону снова. Будьте внимательны. Останьтесь в прямом луче. На следующем выдохе, сгибая левый локоть и правое колено, уводим бедро и руку в плечевые кости перпендикулярно корпусу. Возвращаемся и продолжаем работу также. Выдох, пауза, вдох. Выдох, пауза, вдох. Еще. Я думаю, вам видно. Бедро и рука находятся в той же плоскости, что и корпус. То есть, о чем я говорю? В диагональ мы не работаем. Выше спины не поднимаемся. Все должно быть четко. Если вы готовы усложнить этот блок, выпрямите локоть и колено и работайте прямой ногой, прямой рукой. Еще. С паузами. Пятка на одной линии с ягодицей. Последний раз. Вернулись, опустили ладони и колено. Круглую спину потянули вверх. Прогнулись, макушка, копчик вверх. И снова круглую спину вверх. Прогнулись. В последний раз. Вернитесь в параллель с полом. Соберите лопатки, отведите плечи, подтяните пресс. Поменяем стороны. Правая рука, левое бедро. Выросли в прямой луч. Лопатки собраны, плечи назад. Работаем с согнутым локтем и согнутым коленом. Выдох, пауза, вдох. Выдох, пауза, вдох. Еще. Обращайте внимание, мышцы живота не должны быть расслаблены. Угол в локте, угол в колене прямой, 90 градусов. Я уже отлично согрелась, не знаю, как вы. Мне уже тепло. Еще пара здесь. Если вы готовы, в следующий раз работаем прямой рукой и прямой ногой. Старайтесь уводить руку до перпендикуляра, бедро до перпендикуляра. Еще три. Два. Последний раз. Вернулись, опустили ладони и бедро вниз, круглая спина назад. Нам остался последний блок в этом положении. Сейчас выведите назад ладони. Сделайте круговые движения в запястье в одном направлении. Противоположно. Снова поменяйте сторону. И в последний раз смена. Далее верните ладони вперед. Приподнимитесь на четыре точки ладони и колени. Ладони под плечи, колени под таз, подкрутили копчик, напрягли пресс, раскрыли грудь. Продолжим. Левая рука и правое бедро оторвано от пола. Вспоминаем. Выдох, подтягиваем локоть, колено, ровная спина. Вдох, раскрываемся вперед. Далее на выдохе. Скручиваемся в сторону, ладонь, бедро. Пауза, вдох. Выводим вперед. Пауза, вдох. И снова. Выдох, вдох. Пауза. И пауза. Еще. Па-па. И медленно. Дышим максимально ровно. Продолжайте. Объединились. И отвели медленно. Напоминаю, может быть простой вариант работы, где вы сгибаете локоть и колено. Еще две смены. Первая. Медленно. И вторая. Останьтесь в вытяжении.
Фиксируем себя на 4 дыхания и добавляем пульс вверх, 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 вверх. Бедро напряжено, ягодицы сжаты, поясница без прогиба. 3, 2, опустились, круглая спина назад. Ладони перед собой, ребра на бедра, дышим. Далее вырастаем на 4 точки. Выпрямляемся, ладони под плечами, заканчиваем с соседней стороны. Колени под тазом, не прогибайтесь, не округляйтесь. Отрываем правую ладонь и левое бедро. Выпрямились, прямой луч, продолжаем работу. Выдох, локоть с коленом, вдох, выросли. Выдох, в сторону, вдох, пауза, выдох, вперед, вдох, пауза и снова. Выдох, вдох. Выдох, пауза, выдох, пауза, еще, пам-пам, и медленно. Продолжай. Еще. Старайтесь работать по мере своих возможностей. Важно здесь не останавливаться, дойти до конца, но можно в медленном темпе. Напоминаю простой вариант, согнутый локоть и колено. Осталось 2. Хорошо, последний раз. Вернулись в прямой луч, зафиксировали вытяжение, дыша. Добавили пульс только вверх, 4 дыхания. Продолжайте работу, старайтесь не терять равновесие. 3, 2, опустили ладони и бедро, ушли вытяжение. Умницы. Здесь уводим ладони к стопам. Взялись за свои пятки. Круглой спиной, подтянувшись вверх, оторвали ягодицы от голени, оторвали лоб от пола. Опустились. Вдох. С выдохом повтори. Далее снова опустились, ладошки перед собой. Вырастаем на 4 точки. Подтяните колени к ладоням и развернитесь в позицию, сидя на ягодицах. Стопы перед собой. Поработаем в другой плоскости. Займемся мышцами пресса. Стопы и колени на ширине тазовых костей. Макушкой потянулись наверх, копчиком к полу. Собрали лопатки, опустили плечи. Ладони ложатся под бедро. Выдох. Отклонились назад. Подкрутили копчик. Напрягли пресс. Пупок ушел внутрь. Постарались опустить крестец к полу. Вдох. На выдохе выросли за макушкой вверх. Прямой луч. Опора на седалищные кости. Вдох. Попробуем без рук. Крестец. И наверх. Копчик, седалищные кости. Еще. Старайтесь не отрывать пяток от пола. Хорошо. Еще пара. За следующим повтором остаемся внизу на крестце. Мягко позвонок за позвонком. Раскручиваясь по полу, стараемся прижать поясничный отдел к ковру. Нижние ребра пола не касаются. Взгляд на центр живота. Вдох. На выдохе выпрямляемся вверх за макушкой. Вдох. Продолжайте. С выдохом вниз. Внизу пауза. Стоп. С выдохом вверх. Наверху пауза. Стоп. Еще. Старайтесь работать здесь также по мере возможностей. Более простой вариант – в крайней точке удержаться ладонями под бедром и помочь себе руками при подъеме наверх. Еще 2. Мы близимся к финишной прямой нашего занятия, не сдавайтесь. В крайней точке внизу остались и на выдохе позвонок за позвонком опустились глубже, уложили к полу нижние ребра. Вдох, на выдохе, позвонок за позвонком выросли вверх. Снова можно помочь себе руками и снова вниз.
мягко выкладываем позвоночный столб по ковру, доходим до низа лопаток и вырастаем наверх. Еще пара. Будьте внимательны, работаем округлой линией в спине. Поясница не должна валиться на пол, круглая цель. В следующий раз остались внизу глубоко, и позвонок за позвонком легли полностью. Отлично, ладони вдоль корпуса. Подтяните пятки ближе к своим ягодицам, угол в коленях острее 90. Опора на стопы, вы чувствуете, что вес тела частично ушел в ноги. Здесь поясницы не должно быть прогиба. Сжав ягодицы, подкручиваем ковчик, втягиваем живот и опускаем поясницу плоским лучом на ковер. Лопатки и плечи лежат внизу, шея длинная. Подбородок направлен в сторону груди, макушка тянется назад, руки вдоль корпуса. В этом положении продолжаем работу с прессом. Выдох, приподнимаем от пола правую стопу, колено согнуто под углом 90. Вдох, с выдохом приподнимаем левую. Здесь обратите внимание, голени параллельны полу, либо чуть выше этой линии. Не нужно опускать их, чтобы они висели, напрягите бедра. Поясница не прогибается, копчик закручен на себя, пупок подтянут внутрь. Лопатки и плечи расположены внизу расслабленными, шея лежит вытянутой. Если у вас слишком прогнутая линия шейного отдела, вы можете подложить себе валик под затылок, чтобы шея назад не загибалась. В этом положении руки прижаты с двух сторон от корпуса. Выдох. Опускаем правый носок к полу, не разгибая правого колена, пресс напряжен. Вдох, возвращаем бедро к себе, на выдохе меняем сторону. Вдох, с выдохом бедро к себе, меняем сторону. Работаем, напрягая мышцы живота. То есть вы не должны чувствовать нагрузки на поясницу. Если возникает дискомфорт в пояснице, подложите валик под крестец, так чтобы поясничный отдел скруглился, принял линию овала, чтобы вы могли чувствовать плотное прижатие с полом до конца, даже в этой точке, где носок коснулся пола. Если даже с валиком вы чувствуете прогиб, не работайте до пола, работайте в полуамплитуде, не касаясь его. Показываю простой вариант. В следующий раз, продолжая движение ногами, уведите ладони через стороны наверх за макушком. Здесь, с вытянутыми за головой руками, сложнее удержать поясницу круглой, но вы максимально ее придавили и снова не чувствуете прогиба. В противном случае возвращаемся к предыдущим вариантам, о которых я только что говорила. Будьте внимательны, опустив ногу в полу, зафиксируйте ее внизу, либо в полуамплитуде, либо у ковра. На выдохе ладони над центром грудной клетки, следом за руками, позвонок за позвонком, мягко отрывая лопатки от пола и тянемся ладонями в сторону носка, пупок глубоко внутри. Вдох, на выдохе ложась вниз, возвращаем бедро в исходную точку. Вдох, чередуем стороны. Выдох, наверху вдох, вниз. Выдох, внизу вдох. Еще. Старайтесь работать ребрами до таза, глубоко соединяя их, подключая прямую мышцу живота. Также мы работаем с дыханием, постоянно при этом втягивая пупок к позвоночному столбу. Включите поперечную мышцу живота, стяните вашу талию от двух концов к центру. Хорошо. В следующий раз добавим движение руками шире. Руки через стороны вперед и через стороны назад. Еще несколько. В этой плоскости руками, работая в горизонтальное положение, мы подключаем мышцы пресса еще больше. Осталось 4 повтора. Еще пара.
Взгляд на центр живота. Следите за тем, чтобы живот был плоским. Хорошо. За следующим повтором оставьте стопы на весу и оторвите только верх корпуса. Зафиксируйте лопатки высоко над полом. Здесь касаемся ногами пола поочередно, не опуская лопаток. Дыхание сохраняется. Если устала ваша шея, придержите голову руками, но не сцепляйте руки в замок. Работайте по сторонам у ушей. Еще. Осталось два. В последний раз вернули колени к центру. Круглой спиной опустились вниз, сложили пятки к ягодицам и натянули на себя бедра. Копчик чуть приподнялся от пола, расслабьтесь. Опустите копчик на пол и мягко покачайтесь вправо и влево. Хорошо. Здесь опустите стопы к полу, руки перпендикулярны корпусу. Разворачивая бедра вправо, взгляд влево. Бедра влево, взгляд вправо. Расслабьте поясницу. Нам остался финальный бросок, финальная точка. Мы будем работать наверху в балансе на мышцы живота, после чего перейдем к растяжке. Вернитесь к центру, колени в потолок. Ладони через стороны вверх за макушку. Здесь на выдохе поднимаем оба бедра в исходную позицию, как в предыдущем упражнении, голени параллельны друг другу. На следующем выдохе следом за ладонями и макушкой отрываем лопатки от пола. Подхватываемся ладонями под двумя бедрами в области колена. Аккуратно, следом за ногами, позвонок за позвонком, приподнимаемся и опираемся о крестец. Попробуйте собрать лопатки из этой позиции и вывести голени в параллель с полом. Вытянулись в спине до максимума. Вдох. На выдохе, мягко отклонившись назад, подкрутите копчик, снова опуститесь глубже. И позвонок за позвонком опустите поясницу на пол, но не укладывайте лопаток. Здесь попробуйте выпрямить ноги в коленях. Вдох. С выдохом сгибаем колени. Поднимаемся вверх, ребра и живот к бедрам, раскрыли грудь. Вдох. На выдохе, округлившись в пол, опустили только поясницу и вытянули колени. Продолжайте в своем темпе. Не торопитесь. Работаем не на количество. Сейчас для тех, кто готов усложнить, отрываем руки и работаем без захвата ладонями. В идеале голени не опускаем глубже параллели с полом. Еще три. Два. За последним разом остаемся наверху в балансе. Здесь подхватитесь ладонями под бедра, выпрямите ноги в коленях и попробуйте опускаться на крестец, но поясница на полу уже не лежит. Попробуйте оторвать ладони от бедер и удержать баланс на несколько дыханий. В более простом варианте колени остаются согнутыми. Осталось три дыхательных цикла. Вдох, на выдохе опускаемся, умница. Стопы с креста, будем расслабляться, пятки у паха, ладонями разбили колени на ширину плеча и мягко покачались вправо-влево. Добавили круговые движения в одном направлении, в противоположном. Вернулись к центру. Подхватили ладонями одно из бедер внизу и махом ноги круглой спиной сели наверх. Ладони под бедра, круглая спина назад. Ладони доходят до локтей, шея расслаблена.
Грудное и поясничное отделы округлены, тянемся назад. Отпускаем захват, макушка наверх. Здесь садимся на седалищные бугры, убираем мягкую часть ягодиц, можно помочь себе руками. Вытягиваем левую ногу в колени, правую стопу выводим внутрь. Вдох, ладони вверх, левый носок вверх. Выдох, наклон вперед и вниз. Выстилаем позвоночный столб вдоль левой ноги. Пробуем ухватиться ладонями за носок, голень или область под коленом. И максимально прижать себя ребрами к бедру. Опустите лоб, расслабьте шею. Здесь на выдохе ухватываемся правой рукой за внешнюю часть левой стопы, либо голени, где ваша рука была изначально, а левой рукой за внутреннюю часть. И чуть сгибая локти, подтягиваем себя глубже к бедру, лоб опущен. Дышим. 4, 3, 2. Отпустим захват, укладываем ладони под плечи, круглой спиной вырастаем. Вытягиваемся, поменяем ногу, правая прямая, левая внутри. Правый носок поднят вверх, седалищные косточки на полу, ладони вверх, вдох. На выдохе выстилаем позвоночник вдоль правого бедра. Стараемся ухватиться ладонями за стопу, голень, либо под коленом. Дышим, притягиваем себя животом к бедру, ребрами к бедру. Опустили лоб, расслабили шею. Внимание! Ухватились правой ладонью за внутреннюю часть ноги, левой ладонью за внешнюю. И чуть согнув локти, потянулись глубже, дышим. На следующем выдохе отпустили захват, ладони под плечи, круглой спиной выросли. Сейчас собрали стопы в комфортное положение. Я развернусь к вам лицом. Вы можете скрестить ноги, либо раскинуть по сторонам, выпрямить, как вам удобно. Возьмитесь ладонями за колени, либо голени, и потяните круглую спину назад. Выдох. Раскройтесь вверх. Вдох. И снова. Еще пара. Расслабьте спину. За последним разом останьтесь позади округлой спины и покачайтесь вправо-влево по задней стенке. 4, 3. Вернитесь к центру, поднимите макушку вверх, опустите плечи и расслабьте шею. Мягко наклон вправо. Через центр, мягко наклон влево. И снова к центру, ладони наверху, подбородок на грудь, круглая шея. Отпускаем захват, макушка вверх, финальный вдох, собираем всю положительную энергию. Счастье, свет, тепло. Объединяем руки в замок и направляем на центр груди и к сердцу. Спасибо вам за внимание, жду вас на онлайн-уроке. Всем здоровья, всем счастья и доброты. Пока!